Сегодня у нас 16 апреля 2020 год. Сегодня у нас чистый четверг. В храме богослужение было, вот вечернее сегодня. Вот он было и вечером сейчас. Вечером считалось 12 Евангелий. То есть 12 отрывков из 4 Евангелий. И каждый раз при чтении Евангелия, каждый раз одну свечу зажигали. По одной свече у каждого. Каждый раз, когда Евангелие заканчивали читать, она это тушили. И так каждые 12 раз. Я сейчас Степа занес огонь брату Игорю Валентиновичу. Игорь Валентинович, принимай давай. Светильник. Чтобы не уронить ему. Степе такая ответственная дело досталось. Миссия, да. Нести свет. Благодатный огонь. Да. Каждый дом нести свет. Может, в дальнейшем, брат, и понесет уже живое слово и свет, да? Пока такое разносит. О! Свет любви Христовой воссиял для нас всех. Ты первый раз разносишь или уже разносил? Разносил, но в другом фонарике. А то что, легче? Ну, маленький такой, как керосин упадет. А, ну да. Это-то тяжелый, да, тебе носить? Ну, нормальный. Нормальный? Понятно. Ну, пойдем сейчас ко мне. Я сейчас хотел тоже с шариком прогуляться. Его ждет он и дождется. Сегодня ветер такой сильный. Можно было до дома донести бы каждому. Но при таком ветре невозможно просто. Все гаснет сразу. И вот так вот по деревне каждый год человек проходит, разносит свет. Пасмурный. Вот вчера был жаркий день, вчера тоже дождливый был день. Пасмурный. Пойдем, зажгешь меня тоже. Шарик, сейчас пойдем, Шарик, сейчас пойдем гулять. Шарик, ты Стёпу-то помнишь? Я всю зиму с тобой нянчился. Сейчас. Свечка уже наготове, с храма принесена. Сейчас он мне зажжет ее. Я буду листики делать. Так, чуть-чуть приподнимай. Сейчас бумажку не зажечь еще. Так, аккуратно. О, спаси Христос, Степа. Угу. С Богом. Слава Богу. Все, сейчас будем. Как обычай введен был. Делать крестики на перекладинах. А именно откуда это? Обычай пошел. Это с египетского рабства. Еще в Ветхом Завете было, что чтоб ангел-губитель прошел. Вот они уже тут есть. Ну еще сделаем. Вот так вот. Раз. И раз. Раз. И вот так вот. Вот он крест. Угу. И кто на косяках дома евреи помазывали, тех ангел-губитель проходил мимо. То есть видел кровь и гнят. Тут на этом уже не сделать. Только наверху можно сделать. Ну вот так тут тоже распятие.
Вот такой благочестивый обычай, напоминающий ветхозаветные события, когда выходили из рабства евреи, чтобы не погибли их первенцы. А остальные первенцы были погибшие, умершие, кто не поставил такой знак именно на косяках дома своего. Ну все, вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.